1902 год, дневник великого князя Сергея Александровича, 13 апреля, Страстная суббота. В половине 12-го к обедне молилось тепло. После 3 часов с детьми в Вознесенский монастырь прикладывались к плащанице. В 4 часа красили яйца, дети были в восторге, были все наши. Устал ужасно, возился с подаренными яйцами. После обеда с женой обдаривали друг друга. Детей уложили рано спать, впервые были у заутренни. С Гадоном в Успенский в 1 часу. Ночь тихая, вернулся без 15:02, конец обедни, радостно было быть с детьми. Масса народу, симпатичное разговение. Христос воскресе!